эффективная реализация послания, возможно, лишь при условии слаженной работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, что требует должного организационного, правового, методического, информационного и научно-экспертного обеспечения. Именно поэтому сегодня здесь, на первой встрече рабочей группы с губернатором Ульяновской области, мы пригласили представителей не только органов исполнительной власти, но и представителей гражданского общества, представителей законодательной власти, национально-культурных автономий и представителей высших учебных заведений. Мы понимаем, что этот состав, наверное, не окончательный, потому что при разработке каждого направления, каждого тезиса, который озвучил президент, нам необходимо будет привлекать дополнительные силы, как говорится, с земли, там, где люди видят, там, где люди знают, и мнение каждого должно быть учтено. Вот такой объемный довольно-таки пакет материалов, это предложение от отраслей, как мы можем проанализировать, так скажем, тезисов президента, что мы уже, что у нас уже реализуется региональными законами на территории Ульяновской области, что мы предлагаем, что нам предстоит сделать в связи с реализацией послания. Естественно, этот документ не окончательный, он живой, он будет совершенствоваться, формироваться по нашим с вами предложениям.